Председатель Совета депутатов Надежда Владимировна Суровцева в очередной раз встретилась с молодежью. На этот раз участниками беседы стали студенты Щелковского колледжа. Ребят подготовили самые разнообразные вопросы. Есть вопросы, которые позволяют немножко более широко видеть какие-то процессы, которые происходят, процессы политические, процессы, которые происходят в регионе, в стране. Мне очень нравятся такие вопросы, потому что они говорят о том, что наша молодежь, она думает. Помимо всего прочего, ребятам было очень интересно узнать важного гостя с новой для них стороны. Ведь одно дело наблюдать за представителем власти с экрана телевизора или в соцсетях, и совсем другое пообщаться при личной встрече. Где-то порядка, почти 50 лет назад, поменьше, когда мои родители переехали жить в Лондон. Папа инженер, строитель, мама бухгалтер, они получили квартиру в Лондон. Мы переехали туда жить. Инициатором данных встреч выступило движение «Молодая гвардия». Благодаря таким беседам можно не только понять, что волнует современную молодежь, но и решить насущные проблемы. Кроме как информационного обеспечения, эти встречи еще имеют достаточно фактический результат. Например, у нас было обращение с тем, что между Богородский, около микрорайона Богородский, там переход через дорогу, был без светофора, пешеходный переход. И было очень неудобно переходить, потому что поток машин большой, никто не пропускает. Вот мы после этой встречи от молодой гвардии подали обращение в администрацию, соответственно. Вот Надежда Владимировна нам помогла его правильно составить, и светофор поставили. Но, конечно, главной целью встреч в рамках круглого стола было и остается установление взаимопонимания между людьми разных поколений. И, как показывает практика, все идет по плану. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».